хедлайнером выступит Леонид Руденко, пожалуй, лучший диджей России. Да не пожалуй, а лучший диджей России. Для тех людей, которые сегодня пришли к нам повеселиться, потусоваться, постараемся сделать позитивную, хорошую атмосферу. Sky Club, в принципе, первый клуб в Красной Поляне, а первый однозначно лучший. И, насколько я знаю, организаторы его и планировали, и по стилю, и по какой-то концепции развития таким, чтобы его, ну, невозможно было уже, не знаю, превзойти. Картинка, освещение, цветомузыка. В общем, все супер. Друзья, приезжайте в Sky Club, чтобы у вас были незабываемые выходные. Европа Плюс и компания Red Media, холдинг Red Media, теперь как бы в таком совместном проекте создали музыкальный канал Европа Плюс ТВ. Мне кажется, что все люди, которые хоть чуть-чуть что-то понимают в музыке, понимают в хорошем видео, они абсолютно точно, не знаю, там 3 минуты, ну хорошо, не 3, а 15 минут, посмотрев этот канал, могут честно признаться, что, ну, действительно, это будет лучший музыкальный канал. Я не успел доехать, на самом деле, до Сочи. Вот, мы сразу прилетели в Красную Поляну. Здесь отлично, супер, отличный клуб. Все белое, красивое, качественный звук. Был очень много в многих городах России, но, ну, Сочи меня вообще, в принципе, в общем, покоряет снова, поэтому я думаю, сегодня и не последний раз. Скай меня привел случай, который называется «Сочинская музыкальная конференция», на которой я уже не первый раз, а именно третий. И я первый раз в этом в клубе буду играть. Я надеюсь, что все будет хорошо. Настроение в связи с этим тоже довольно бодрое. Все прекрасно, все потрясающе, выше всяких похвал. Лучшее, что было со мной в моей жизни. Могу пожелать круглосуточно смотреть Европа Плюс ТВ. На работу не ходить, но смотреть. На учебу не ходить, но смотреть. Все прогуливать, но смотреть Европа Плюс ТВ. Изучать клипы, знать всех артистов, знать все песни, ходить на все концерты.